Вот те спортсменки, которые выйдут в полуфинал, на данный момент лучшие юниорки во всем мире среди саблисток. Лиза Пустай и Ольга Никитина. Первый и второй номер рейтинга ФИЕ. Ждем выхода спортсменок на дорожку. Ну и вот первый момент в нашей трансляции, когда можно по-настоящему поболеть за Россию, за нашу сборную, персонально за Ольгу Никитину. Конечно, крайне тяжело сейчас придется Ольге. Но в последней встрече, кстати, Никитина выиграла 15-10. Так что, возможно, и сейчас тоже все получится у нашей спортсменки. Два фонаря. Горят, атака никому. Укол никому не присуждается. Первый наносит Ольга Никитина. И первые аплодисменты наконец-то мы слышим в зале. Проваливает атаку Пустая. И подбирает дистанцию Никитина. Ждет, не спешит. Все правильно делает. 2-0. Молодец, Оля. Ну, такую... микропсихологическую паузу берет Лиза Пустая. Нужно поправить волосы. Да, конечно, за два удара все стало хуже под маской. Возможно, это будет лучше. Не будет, потому что Никитина третий удар наносит. Лизе Пустая всего 16 лет на данный момент. Самая молодая участница финалов 2001 года рождения. Так что, я думаю, мы увидим ее здесь, на этапах Кубка мира. Еще не раз. Первый удар. Лиза Пустай просит видео. Ольга Никитина. Может быть, стоило, наверное, придержать видео все-таки. Такая вещь, которая не стоит растрачиваться во время поединка. Всего две попытки есть у саблистов. Но если уверен, то нужно брать видео. Не уверен, пока судья долго смотрит, думает. Возвращается по мосту и решение не меняет. Ага. 3-1. Берет руку на себя Ольга Никитина и прямой встречает Лизу Пустая. 3-2. На вход есть венгерка, проваливает, падает, поднимает руку. Ну, здесь, конечно, не стоило, наверное, давать команду «стой» арбитру. Очень обидно. Был бы четвертый удар. И чуть позже Ольга его наносит. 4-2. Вы видите, как, насколько медленно идет поединок. Каждый раз к каждой фразе спортсменки подходят к линии начала. Вздыхают, подготавливаются, думают. Ну, конечно,
Обе понимают, что перед ними супер серьезный соперник. Защита от Виет великолепно. Ольга Никитина в самый последний момент бьет Лизу Пустай. Она не согласна, просит видео. Ну вот я слышу, с трибун летят подсказки, что все правильно. Но я тоже абсолютно согласен с тем решением, которое сходу принял арбитр. Там защита такая железная была. 5-2. По одному повтору использовали спортсменки. Оба раза неудачно. Ага. Не торопятся. Саблистки медленно, размеренно пристегивают маску. Каждый удар на счету, и его сейчас наносит Лиза Пустай. 100%, два фонаря, тут даже думать нечего. Никитина разыграла в атаке, проспала венгерка. Медленно начала пятиться назад. 6-3. Руку на себя взяла, выходя в атаку. Лиза Пустай встретила Никитина. 7-3. Второй видеоповтор. Рискованно действует Лиза. Судья отправляется к экрану. В этом году в Сосновце первое место заняла Лиза Пустай. В Пловдиве была третьей. Но Ольга Никитина была первой в Пловдиве. Очень плотно они идут в вершине всемирного рейтинга. Но, к сожалению, у Ольги в Польше случилась беда с документами. Не смогла она поехать в Орлеан на взрослый этап. Там была, кстати, Евгения Подпаскова, заняла 159-ю строчку, если не ошибаюсь. Но это был дебют, так что ничего страшного. Да. Итак, судья возвращается к помосту. Меняет решение. 6-4. Давай, давай, Оля, давай! Ага. Пропускает Никитина мимо себя клинок, выходит сама вперед, попадает. Попадает. На действие на вход. Абсолютно спокойно. Оля ведет себя. Два фонаря. Но пора трипост со стороны Никитины. Увидел все-таки судья. С ним снова не согласны венгры. Видео. Все-таки будет еще раз видео. Может быть, и второй раз повезет. Лиза Пустая сегодня один раз уже проиграла Марии Синер. В группе, а затем выиграла в Олимпийке. 3-5 был счет в пуле и 15-7 в бою за вход 16. У Ольги Никитиной сегодня нет ни одного поражения, идет чисто и пока тоже проигрывать не намерена. Защита ответ на вход чистейшая, сильной частью оружия берет Ольга. Перерыв. Интересно, что к Ольге наставник не подходит, сама настраивается, но вот сейчас все-таки получает указание Никитина. Ну, буквально пару слов перекинулись с тренером, видимо, доволен тем, как проводит бой Ольга Никитина. Но
Ну, а венграм, конечно, нужно думать, конечно, нужно искать лазейки, как-то перестраиваться. 5-3. Пока Лиза проигрывает. Команда к бою, спортсмены возвращаются на помост. Арбитр сообщает им о количестве видео. Одно осталось у Ольги Никитиной, ни одного больше нет у Лизы. Ага. 8-5. Удар остается за Никитиной. Такие фразы на самом деле довольно сложные. Сходу разбирает арбитр. Кто где взял руку на себя, это увидеть нужно успеть. 9-6. Один удар отбивает Лиза. На вход встречает счастливый пустая Никитину. 7-9. Еще так после удара психологически поддавило на судью. Чтобы тот наверняка разобрал фразу в ее пользу. Фальстарт. Снова два фонаря. Защита, ответ. Лиза Пустай подловила сейчас москвичку. Снова выходит вперед. Попыталась поймать Лиза. Второй раз не получается. Поймать Ольгу. 10-8. Снова два фонаря. Вот то, о чем и говорил. Чем ближе к концу поединка, чем ближе к 15-му удару, тем чаще спортсмены выходят одновременно в атаку, тем чаще... Прервался тут. Сложная ситуация. Венгры категорически не согласны. Очень просят видео объяснить фразу. Что случилось? Непреклонен арбитр. И очень эмоционально Лиза. Маскангар. 11-8. Ангар. Напред. Арк. Идет вперед, пустая, попадает в защиту к Никитиной. Слишком рано она выпрямила руку, сделала выпад. У Никитиной была еще огромная дистанция, все видела, прочитала москвичка. И в следующей фразе тоже укол остается за Никитиной. Растерялась Лиза. Растерялась, а волосы растрепались. Поправляет спортсменка из Венгрии. 13-8. Еще не все решено, а вот сейчас уже, я думаю, почти российским будет финал. Даже не то, что российским, а московским, столичным. Не согласна венгерка. 9-й удар наносит. Пред. Ар.
с действием. Выходит пустая ответная Никитина. 15-9. Абсолютно спокойно, практически, что называется, на классе выигрывает Ольга. Разобрала венгерку. Все четко, слажено. И теперь уже как минимум призовое место серебряное остается у Ольги. А может быть, даже и золотое. Ну, а бронза уходит к Лизе Пустай и Алине Михайловой. Ну, а сейчас финал мужской. Константин Лоханов, Кэрол Ладеман.